Как известно, мы живем во время коронавирусной пандемии. Течение коронавирусной инфекции в зависимости от иммунной системы организма может быть легким или тяжелым. Но несмотря на это, последствия всегда остаются тяжелыми для пациентов с точки зрения повреждения дыхательной системы, что в дальнейшем может сопровождаться проблемами как с дыхательной системой, как с легочными проблемами, так и проблемами с сердечно-сосудистой системой. В лучшем случае это приводит к ограничению жизненной активности пациента на длительное время, инвалидизации пациентов. В худшем случае, особенно в случае повторного заражения вирусной инфекцией, может привести к летальному исходу. После перенесенной коронавирусной инфекции типичными осложнениями на легких бывают фиброзные изменения, воспалительные изменения легких, что приводит в дальнейшем к развитию дыхательной недостаточности, от которой пациенты могут страдать долгое время. Легочная реабилитация – это комплекс программ с использованием аппарата, специальных методик для того, чтобы максимально быстро восстановить дыхательную систему. Наш центр является единственным в Азербайджане, который предлагает наиболее эффективные методы сердечно-легочной реабилитации, преимуществами которых являются максимально короткие сроки восстановления организма, безболезненность, безмедикаментозность, полное восстановление организма.